Добрый день. Подходит к завершению показ шкатулки для рукоделия. Вот. Уже приближается к финишу. Вот мы видим, еще не покрыта дверца, вот, которая будет откидываться вот таким вот образом. Вот. Надо обработать еще отверстие, чтобы скруглить его. Установлены все ящички, ручки. Вот это все склеено, то, что я делал. А теперь вот оно таким вот образом открывается. Вот. Она шатается только потому, что на столе установлена фреза для фрезерования этих отверстий. Поэтому немножко шатается. Так она все ровненько. Вот видите, легко. Она все закрывается. Вот такого вот вида. Вот. Я таких хочу заготовить несколько. Вот, видите, другого цвета будет потом. Это еще не установлены раздвигающие планочки. Вот. Вот, видите, это вот то сбор, то, что вы смотрели, я делал. Вот. Таких у меня будет 3 штучки. Вот видите, тут уже начал устанавливать. Ну, а сейчас покажу. Вот. Как мы будем обрабатывать вот эти отверстия. Видите, они под 90 градусов. Надо закруглить, заовалить. То есть берем. Наши шишечки. Я уже выставил в размер. Ложится. И включаем. Посмотрите, видите, все закруглено. Вот. Будет это лицевая, это внутренняя часть. Будет мягко пальцем, пальцы не будут цепляться. Вот. Здесь края я тоже завалил. Вот. Ну, с этими крышками еще работать надо будет.
Здесь тоже надо будет еще работать. В конце я, когда все это поставлю замочки, поставлю петельки, я покажу конечный результат. Благодарю за внимание.